местный дяденька полицейский сидит и отдыхает в парке. Это очень мило. Я думаю, что наша полиция так не делает. Вообще полиция тоже довольно добро относится к иностранцам и лояльно. Они всегда помогают, если что-то ты не знаешь или вдруг ты заблудился. Очень-очень дружелюбны к иностранцам. Они нас просто любят и все. Вот это любовь. Другими словами, не передашь.